Здравствуйте, мои дорогие. У меня есть файл «Шум моря». И вот я хотел бы рассказать о том, как я его записал. Это мой собственный файл. Не чей-нибудь там. Сейчас я только... Сейчас я только отключу Bluetooth. Или нет, я включу наоборот, чтобы музыка играла тихонечко у меня в ушах. А в следующем ролике отключу Bluetooth. В следующем ролике. Как я записал «Шум моря» на полчаса? Тема была такая. У меня появилось время. Я думаю, надо сходить на море. Тут говорили, типа, красивое море, там все дела. Я пошел на море. Пошел на море, а там, получается, пляж, он как бы защищается вот этими спасателями, но не так, как вот у нас, например. У нас как защищают спасатели? Они чисто не заплывая за буйки, которые расположены близко, потому что здесь течение, да? А там, ну, тоже есть не буйки, а целая такая, типа, как сетка с такими поплывками громадными, плавающими. За нее нельзя заплывать. Но и так как это море, там вот когда такой вот ветер сильный, получается, нельзя заходить в море. Вот представьте себе, жара 39 градусов и в море плюс 32 градуса. И вот все хотят зайти в море, а тебе тут вот этот спасатель, а их там много, короче, на каждое там 10 метров по одному сидят на таких возвышенностях. И у них есть свистки. Короче, получается, как только кто-то нарушает, вот, ну, нельзя в море заходить. А всегда же, ну, вот это ж туристы, в принципе. Как бы, всегда найдется какой-нибудь хороший мужчина, который плевал на вас всех, который уже выпил. Ему уже хорошо. Ему надо в море, потому что 39 градусов. Ему надоело загорать. Ну и такие же вот потом определенно есть женщины тоже, которые 100% уверены, что они правы, потому что мы приехали на отдых, все, мы отдыхаем, нам наплевать на ваши эти порядки. И, короче, а там волны такие большущие, волны тут такие, аж сносят, короче, метр с высотой. И как только кто-то подходит к воде, то спасатели еще ничего не делают. Как только кто-то заходит в воду, они начинают свистеть. И получается, они свистят, если человек, ну, еще более-менее такой, скажем, вменяемый, то он сразу выходит. Если невменяемый, то ему все равно, он заходит, и ему все равно, вообще все равно. А спасатели, они тоже не дураки, они не собираются тебя там, это вот, мучить, там, плыть за тобой. Но они свистят без памяти, вот просто свистят, там, свистят свои свистки. И все руками машут, и типа, и гоу, назад, назад, гоу. Как это, блин, прикольно. И вот, короче, я, получается, пришел купаться в море. И тут они такие, типа, ну, море, но море, но море. Че я такой думаю, блин, запишу тогда этот шум моря.
А как раз море, оно шумит, волны большие. Включаю запись, ложусь на шезлонг, засыпаю под шум моря. Через полчаса просыпаюсь. Все от тех же свистков, которые время от времени, они же ходят по берегу туда-сюда, и получается у тебя над головой прямо аж, ну, свистят свои свистки. Я такой, типа, просыпаюсь, смотрю, полчаса, короче, я записал аудиофайл, чисто шум моря. Вначале думал, что мне с этим делать, но мне как бы, может, и не надо. А вот недавно, короче, меня заблокировали один канал. Теперь я понимаю, да, шум моря мне надо. Зачем? Вставлять его вместо озвучки. А заблокировали канал почему? Потому что чужой контент это они посчитали музыка, которая проскакивает в моих роликах. Жаль, конечно. Там было 926 роликов. Я подал апелляцию, может быть, еще разблокируют, но мне кажется, навряд ли. Хотя бы сберечь эти оставшиеся 9 каналов. Да и у меня подписки там было очень мало. У меня там было всего 70 подписчиков. А может, еще нажаловался кто-нибудь. Не знаю, короче. Ну что не делается, все к лучшему. Поэтому счастья, удачи, любви, успехов. В следующем ролике я вам включу шум моря египетского. Это обалденно.